А перед началом этого видео рекомендую еще один канал анекдотов. Сергей Неизвестный. Подписывайтесь, кликайте на колокольчик. Смеяться полезно для здоровья. Ссылка в описании. Так, замена свечей, регулировка карбюратора. С вас 30 тысяч. Ты что мне мозг паришь? У меня инжектор. Я крашеная брюнетка. Так я не понял, почему здесь нет никаких признаков деятельности? Так ведь сегодня суббота. А, боишься согрешить? А ты что, еврей? С большой вероятностью, что нет, но рисковать не стоит. Блинка! Материальное положение. Могу себе позволить выбросить капустную кочерыжку. А иногда даже два верхних листа. Если у вас нет гипертонии, остеохондроза, машины, квартиры, мебели и алиментов, значит вы еще молоды, и у вас все еще впереди. У нашей папули до сих пор лежит Евангелие 1804 года издания. Ух ты! Небось, еще на 5-дюймовых дискетах. Японским ученым удалось узнать больше о жизни животных при помощи видеокамер, которых они прикрепили к головам собак. Видеокамеры записывали, что с собаками происходит. Оказывается, 90% времени собаки пытаются оторвать видеокамеры с головы. А остальные 10% времени проводят на убегание от ученых, которые пытаются менять кассету. Муж приходит домой пьяный в 4 утра. Жена у него спрашивает: «А где ты был?» Муж говорит: «В библиотеке. Я буду держаться этой версии». Блинка! Девушка, подскажите время. 12:05. Благодарю. Обалдеть. Ни как зовут, ни номер телефона не спрашивает. Мужики, блин. А кто это здесь? Заканчивается жизнь мужика. Через некоторое время заканчивается жизнь его жены. Они встретились на небесах. Жена подходит к нему и спрашивает: «Как я рада тебя видеть тут». И подходит с объятиями. А муж говорит: «Нет, сказано же о том, что только до тех пор, пока не закончится жизнь». Подписываемся, кликаем на колокольчик.